О том, как и где можно провакцинироваться от коронавируса, узнайте из следующего сюжета. В Татарстане продолжается массовая вакцинация. На сегодняшний день прививку от ковида можно сделать в 68 пунктах. Один из таких – униклиника Казанского федерального университета. Для того, чтобы получить свою дозу вакцины, необходимо позвонить в клинику, записаться в лист ожидания и сообщить удобное время. В назначенное время вы приходите в отделение профилактики. Вас встречает колл-менеджер, который вас проводит, маршрутизирует в отделение профилактики к врачу. Прежде чем попасть в кабинет к врачу, в целях экономии времени вам в холле раздадут некие анкеты, которые вы должны будете заполнить. После этого следует осмотр у терапевта, по результатам которого принимается окончательное решение о проведении вакцинации. После чего вы спускаетесь в кабинет, где проводится вакцинация. У нас есть отдельный прививочный кабинет, который оборудован в соответствии со стандартами. Обученная медсестра, имеющая сертификат. После чего вам проведут процедуру в соответствии, еще раз говорю, с СОПами и СанПинами, процедуру вакцинации. Затем нужно подождать еще 30 минут. Это необходимо для того, чтобы медперсонал убедился в отсутствии возможных побочных эффектов. Сама вакцинация проходит в два этапа. После введения первого компонента через небольшой промежуток времени необходимо будет посетить клинику еще раз. Вообще вакцина, она в два этапа. Первый этап у нас начался 15 января, где мы провакцинировали более 80 человек. После этого с 5 февраля мы приступаем ко второму этапу тех лиц, которые прошли первый этап. Вакцинация проводится двумя компонентами. Одним из первых в Казани на вакцинацию записался руководитель телеканала «Татарстан-24». Андрей Кузьмин считает, что прививка от ковида необходима всем журналистам. Вообще журналисты, они всегда на переднем крае. Телевизионный журналист – это человек, который всегда в работе, всегда с людьми. И поэтому входит в группы риска наряду с врачами, наряду с продавцами в магазинах, наряду с теми людьми, которые очень плотно общаются с населением. Поэтому я считаю, что журналистам нужно делать прививки, чтобы обезопасить себя, своих близких. Для записи в лист ожидания можно позвонить в униклинику по телефону 8 843 233 3020. Александр Фирсов, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.